Эй, Шрек, подожди, надо действовать по правилам. Я тебя не пойму, о чем ты? Священник спросит насчет препятствий к браку. Скажет, говорите или молчите вовек. Тут ты выкрикнешь, возражаю. Да некогда разводить церемонии. Стоп, стоп, подожди, послушай меня. Ты ведь любишь ее, так? Да. Хочешь ее обнять? Да. Порадовать? Да. Так нежней, деликатней ты с красоткой стань. Они обожают драматизм. Ну все, убедил. Когда же я должен это сказать? Сперва посмотрим. И ныне властью данной мне. Что ты видел? Там весь город. Объявляю вас мужем. Они у алтаря. Королем. Мы упустили момент. Ох, не зря я торопился.